Мэр Госсовета КНР Ликетян продолжает официальный визит в Бельгию. Накануне он провел переговоры с главой правительства европейской страны Шарлем Мишелем. Обсудили потенциал укрепления двусторонних связей, вопросы торговли и инвестиций, а также ряд тем международного значения. После встречи политики засвидетельствовали подписание межгосударственных соглашений. Они позволят Пекину и Брюсселю реализовывать крупные совместные проекты в сельском хозяйстве и производственной сфере, а также объединить усилия в рамках инициативы «Один пояс, один путь». В тот же день Ликетян принял участие в 19-м саммите КНР-ЕС и провел переговоры с бельгийским королем Филиппом. В ходе беседы китайский премьер выразил готовность непрерывно укреплять всестороннее партнерство двух государств.